Новые детские площадки появились в нескольких отдаленных селах Каргасокского района. Выбраться оттуда на автомобиле можно только зимой, а в остальное время населенные пункты отрезаны от большой земли и водой. Поэтому для местных ребятишек появление новых горок, качелей и турников стало настоящим праздником. Радость с ними разделила и Роза Айрапетян. Детская площадка в селе Устым не пустует даже в ненастную погоду. После школьных уроков Настя Волкова с одноклассниками домой не спешит. Нужно пару раз прокатиться с горки и покружиться на карусели. Новая игровая зона для детей из небольшого и отдаленного села Томской области была заветной мечтой. Доехать до Устым из Каргаска можно только по зимнику. Летом этот сибирский островок у берегов двух рек Оби и Тыма практически оторван от большой земли. И у детей нет возможности посещать спектакль, кинотеатр, дополнительные кружки. Чтобы разнообразить досуг ребятишек, местным властям ежегодно помогают газовики. Мне помогли установить трубу на котельную детского сада. Обратился я неделю назад к Анатолию Ивановичу. В течение, наверное, 3 дней решили этот вопрос. Доставили с вертикоса газпромовский кран и установили трубу. Еще одно село Каргасокского района, куда можно только долететь – Тымск. В этом году компания «Газпром Трансгаз Томск» доставила и сюда для местных детей новую игровую площадку. 2 года уже думали осуществить вот эту мечту, площадку. Спасибо большое Анатолию Ивановичу Титову, депутату нашего округа, за заботу. Несмотря на большую удаленность друг от друга поселений, в самом крупном районе области чувствуют всегда рядом плечо поддержки. Компания «Газпром Трансгаз Томск» уже 10 лет подряд помогает развивать на севере спорт, устанавливает детские площадки, пищеблоги в учебных заведениях, закупает книги в библиотеке. К слову, школьники в поселке Киевский теперь перемены тоже проводят на новом игровом комплексе. В гости приезжают много детей, там, ну просто кто-то в гости приезжает с ребятишками, вот нынче... Все, вот, кто приезжал с маленькими, что вот они приходили именно вот на этот спортивный комплекс, кто поиграть, кто позаниматься спортом. Местные власти не скрывают, из этих небольших населенных пунктов молодежь часто стремится переехать в город. Но немало и тех, кто не хочет покидать свою малую родину, думая о процветании родной земли. И поэтому они верят, что совместно с «Газпром Трансгаз Томском» сделают жизнь лучше. Например, в Тымске мечтают открыть вокруг площадки стадион, где смогут заниматься не только дети, но и их родители. Роза Айрапетян, Евгений Дерунов, Вести, Томск.